Подводим итоги первого поединка между командами СКА «Варяги» и московским «Спартаком». «Варяги» продолжают играть в этом сезоне как на качелях. Качаться, что называется, была серия из 6 побед, а к этой встрече они подошли в серии из 5 поражений. Но а «Спартак» набирает ход и подбирается к зоне плей-офф, откуда по итогам этой встречи они вытеснят петербургское «Динамо». Но об этом чуть позже. Вытеснят тоже временно до вечернего поединка динамовцев. Первый период получился не самым интересным в плане опасных моментов. Был один космический сейв от Кирилла Герасимюка, а в остальном команды играли спокойно и не так много друг другу давали возможности. Вот вы видите, в основном броски издалека, броски под давлением. Вот этот момент, когда Силантьев уже видел шайбу в воротах, а Герасимюк успел выполнить абсолютно космический сейв. Передача Усманова, и Силантьев бросал, казалось бы, наверняка, но Герасимюк ситуацию спасает. Ну, а это пристрелка Евгения Сапельникова. Большинство бросков, я повторюсь, напоминали именно пристрелку. Вот проход Щербакова где-то рядом с воротами. Опасно, но не очень. А это вот концовка периода. Здесь было 3 подряд попытки от защитника гостей Чуркина бросить по воротам. Начинается второй период. Спартаковцы вот здесь уже действуют действительно гораздо активнее. И не успел 5 раз секундомер отсчитать минуты во втором периоде, как счет становится 1-0, Егор Маклазян с передачи Бородоенко открывает счет. Для него это оказалась 7-я шайба в регулярном сезоне. Ассистировал Бородоенко. И вот здесь было важно, как варяги воспримут эту пропущенную шайбу. Эта команда крайне так вот психологически на нее действуют подобные моменты. Может развалиться, может тут же отыграться. А в итоге получилось, что заработали большинство спартаковцы, и Усманов с передач Наврузова и Силантьева забрасывает потрясающую шайбу. Здесь не важно даже, кто ассистировал, просто важно, как Усманов сыграл на пятачке. Он туда просто реально впрыгнул, как в пучину прыгнул и дотянулся до шайбы. Здесь Герасимюку тоже никаких вопросов, на пятачке защитники не помешали. Стало понятно, что в эти минуты практически выковывается результат этой встречи, и укрепить свои притязания на победу смог еще в конце периода нападающий Корчагин, капитан команды. Вот он бросил здесь Вениамин Королев. Отмечаем, как сыграл на пятачке. В самый нужный момент он отбежал в сторону, ну, отпрыгнул, скажем, от Кирилла Герасимюка, и счет стал 3-0. А в третьем периоде все помнили, что это молодежный хоккей, что здесь достаточно одной шайбы, чтобы игра перевернулась. Но первые минуты было очевидно, что ближе спартаковцы к четвертому голу, вот, например, как сейчас, нежели варяги к тому, чтобы забросить одну шайбу. Даже вот вы видите, что в саммари попадают в основном эпизоды с участием красно-белых. Варяги после 10-й минуты встрепенулись. Спартак играл крайне неаккуратно, допускал ненужные удаления. Абсолютно различные были причины для удаления. И вот так штанга после броска армейцев. И в итоге 4-я шайба на счету Маклазяна, который делает дубль. Ассистирует ему Силантьев. И Спартак без лишних трудностей выигрывает первую встречу со счетом 4-0.